Всем привет! Сегодня у нас 12 посылок из разных интернет-магазинов. Здесь и JD, и AliExpress, и GearBest. Будем распаковывать сейчас, и параллельно я постараюсь вспомнить, что откуда. Вот, я не проверял даже половину посылок, что пришло. Ну, здесь я знаю, что здесь лампочки из JD. Давайте посмотрим, маленькие лампы. Сейчас все распакуем, и потом уже... Все внимательно посмотрим. Итак, много посылок пришло. Давайте сразу посмотрим по очереди на все. Так, вот это не открыли еще. Давайте сразу отложим то, что мы уже видели. Это Mi Band, по-моему, на GearBest покупался. Откладываем сразу, потому что он уже много раз был. Далее вот эти вот штуки по 18 центов на JD. Я их брал уже... Просто брал там партии по 2, по 3 штучки. Вот в предыдущем видео уже они были вроде. Вот, откладываем. Ну, а остальное у нас было вот эти вот лампы. Давайте мы их сразу проверим. Это лампы из Rose Gal. Я их покупал, мы уже на них смотрели. Пришло мне, я покупал по 2 штуки, 2 партии по 2 штуки. И первая партия пришла, одна лампочка горит, вторая не горит. Написал им, обещали выслать... вернули деньги. Потом вторая тоже партия пришла, 2 штуки, написал им, то есть одна работает, вторая нет. Опять написал им, вот не работает. Очередная, то есть перевыслали мне вторую, и она не работает получается. Ну давайте вторую глянем. То есть Rose Gal получается из каждой из двух лампочек, каждая вторая не работает. Ну давайте, надеюсь, хоть это работает. Это работает. То есть нужно понимать, что каждая вторая не работает. И, кстати, я вытянул, и она сразу теплая была. То есть, видать, какое-то замыкание здесь или хрен его знает. Ну, я не знаю, как бы разбираться в них. Получается, третья партия из 2 штук. Одна рабочая, вторая нерабочая. Как-то вот везет мне на них. Поменял расположение, то есть подвинул немножко эту штуку нашу, проверяющую лампочки. Вот такие вот Medea лампы. Покупал я их на JD. Вот, давайте посмотрим. Вот, по распродаже, ссылка будет в описании. Тоже как бы недорого стоит. Вот такие вот они маленькие, аккуратные, с обычным цоколем. Горит ярко. Я, ну, не знаю, как будет передача на камеру, но горит очень ярко, хорошо освещает. Сейчас выключу свет. Итак, достал все по очереди. Давайте все попробуем, проверим, протестируем. Потому что это работает. Давайте их сюда будем откладывать. Работает. 5 из 5 работает. Все отлично. Ну, Medea, JD магазин, могу советовать. То есть какие-то копейки там стоило. Вот, хорошие лампочки. Надеюсь, прослужат долго. Откладываем, пойдем дальше. Далее посмотрим. Тут у нас вот такие вот товары остались. Ну, давайте начнем с вот этой флешечки. Флешечку эту мне прислали из Light in the Box. То есть я ее не заказывал. Вот, по-моему, с Light in the Box. Или... Может быть, с запался? Хотя вряд ли, я вроде не заказывал. Да, я бы вряд ли заказал флешку такую. Ну, скорее всего, это прислали за отзыв. Магазин Light in the Box присылает иногда. Нет, не Light in the Box. Наверное, Tom Top. Нет, все-таки Light in the Box. Скорее всего, Light in the Box присылает письмо, что оставьте отзыв на сайте, пришлите скриншоты, и мы вам отправим подарок на выбор. Там фонарик или флешка. Вот. Да, и я сделал отзыв. Отправил им скриншот, и они мне отправили флешечку вот такую вот.
уже не первый раз, потому что постоянно присылают письма. Я каждый раз оставляю один и тот же отзыв, делаю им скриншот, отправляю. Я его когда-то сделал. Вот, и они, тем не менее, все равно присылают. Иногда, правда, отмораживаются, но это получается третий раз, третье письмо, две флешки за три раза прислали. За второй раз почему-то ничего не прислали. Далее, давайте посмотрим вот эту вот штуку. Что это такое? Это из, по-моему, Бангуда. Или, в общем, ложим шарик и дуем в трубочку, и он должен возвышаться. Причем вот здесь, по-моему, трещина, нет? А, нет, такая царапина просто. Ну, сделано все просто из дерева. Запах небольшой какой-то есть, запах такой от дерева или чего-то, ну, не критично. Вот так выглядит. Давайте попробуем запустить, будет видно на камеру или нет. Оу! В общем, игрушка классная, я думаю, детям очень зайдет. Единственное, что коробка вот помялась очень сильно, и, по-моему, там что-то еще есть. Ага, здесь еще один шарик. Вот. Не помню, из какого магазина, или GearBest, наверное, все-таки GearBest, или, ну, в общем, ссылка будет в описании, точно там, откуда я купил, вот, точно было по распродаже, тоже какие-то копейки, но точно не помню сумму, за сколько я взял. Далее, давайте возьмем сумки. Я купил их несколько штук для родственников, для себя. Сумки на GD покупались, не помню, там по 70 или по 80 центов, или может по 90, ну точно до 1 доллара. Вот так они выглядят. Обычная маленькая сумка. Она вот как такая вот небольшая. Материал типа баллони, что-то такое. Вот. Такая маленькая, и она складывается вот сюда, вот в этот кошелек. Сейчас и затягивается потом. Сейчас попробуем мы это сделать. Давайте посмотрим. Вот, размера небольшого она. Для сравнения, вот Medea. Вот, Mi Band. Сумочка, то есть небольшая сумочка с небольшой ручкой. Вот, ну, сделано симпатично, довольно-таки качественно, ниточки как бы в некоторых местах торчат, вот, но за эти деньги вполне сойдет. Не знаю, как ее собрать, но сейчас попробую, наверное, вот так нужно ее собирать, сюда, а потом вот так, наверное, сюда. По идее, сюда внутрь ее нужно запихнуть. Вот так. И затянуть. Вот. Получилась вот такая вот клубничка. Сумочка-клубничка. А, ну вот это еще можно тут так. Вытянулась. Давайте. Ставим получше. Вот. И затянули. Все. Наша сумка у нас готова. Вот такая вот маленькая, компактная сумочка получилась. Взял я их несколько штук, то есть для жены, для себя взял, если что. Ну, у меня как бы есть вот эта вот сумка, которая в пластиковом корпусе, которую я постоянно ее ношу с собой. Вот, ну, почему бы и такую не взять, потаскать. Типа, ссылок бывает много. Вот, давайте откроем все, посмотрим, как они выглядят. Вот черную, наверное, себе оставлю, а остальные раздарю. В процессе разбора оказалось, что постоянно слетает эта пластиковая кнопка, и я вот здесь вот сделал на конце узелочек небольшой для того, чтобы кнопка не спадала. Теперь она, видите, нормально держится, все время спадала. Вот, ну если, допустим, нужно снять, то чтобы не потерять ее, лучше сделать вот в конце узелочек, и тогда будет все отлично. Можно не так, как я сделал, вот немножко здесь, тогда здесь будет небольшая петелька для того, чтобы можно было куда-то прицепить ее. Ну хотя можно и за эту зацепить петлю, но так будет практичней, допустим, меньше болтаться.
отличные сумочки, мне понравились. Разделим между родственниками. Взял я их, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. 6 зашло. Это магазин JD. Магазин, который я еще заказывал кошелек у этого продавца. Он мне его не прислал. То есть, ну, хотя и эти штуки шли, наверное, уже месяца полтора. Вот, то есть, очень долго доставлял. Но магазин JD — это не коллекция JD, а просто отдельный продавец на площадке JD. Вот, откладываем. Осталось немного товаров, вот три штучки, X, вот эти вот два в коробочках, я не знаю, что это, давайте отложим, Dow Style, может наушники какие, да, что-то похожее на наушники, вот это вот я не знаю, Luz, Trion какой-то, что же это такое, непонятно, ну, давайте их отложим, а сейчас посмотрим на сумку. В общем, это сумка специальная сумка для того, чтобы в тепле держались, либо в тепле, либо в холоде, термосумка. Вот, запах, конечно, нужно открыть, выветрить. Открыл сумку, и сразу такой запах складок какой-то резиновой сырости, но не очень сильный, то есть глаза не разъедает. Вот, сумка вот так выглядит, большая, симпатичная. Здесь вот нашивочка спорт. Вот, и она объемная. Дело в том, что у меня есть подобная сумка, но она приплюснутая, брал я ее на Тумтопе, вот такая. Мы в ней с женой, ну, как бы на вылазки редко ездим, мы храним там лекарства для ребенка, то есть, ну, которые, там, салфетки, там, бипантен, мазь, такое, для ребенка, то есть, то, что градусник, допустим, и... То, что срочно может понадобиться, то есть, ну, то, что, которое самое часто используемое лекарство. И, ну, отлично она просто для лекарств подходит, да, ну, и она такая небольшая, высокая, низкая, то есть небольшая, как бы и компактная, ну, очень удобная. Недавно нужно было ехать на природу, и мы искали, куда положить теплые бутерброды, вот, чтобы они сохраняли тепло. И оказалось, что у нас же есть сумка. Ну а где она? Она занята лекарствами. В итоге достали лекарства, высыпали, взяли сумку на природу, потом вернулись, ставили лекарства. И я решил, что надо купить вот такую вот еще одну сумку, и взял сразу побольше. Сюда вот поместится небольшая голова чья-нибудь, горяченькая, хорошо приготовлена. В общем, ну, бутерброды точно сюда поместятся. Она отлично держит тепло. Ну как отлично, то есть в любом случае теряется тепло или холод, но дольше остается теплыми и или холодными. То есть, если сюда положить, допустим, холодное что-то, можно еще положить куски льда сюда, либо вот эти вот в пакетах у нас были в обзорах на JD пакеты, покупал с гелем, в них набирается вода, замораживается такой брусок, и она очень долго остается холодная. И вот можно один такой брикет положить сюда, положить там пару бутылок, допустим, пивка поставить, пару баночек, и все, и вот у вас пара баночек будет постоянно дольше холодная. Вот такая вот сумка. Здесь у нас отличное вот такое вот крепление. По ниткам, вот я заметил, небольшие есть две ниточки. Но швы вроде бы неплохие, хотя и проработаны в один раз, то есть, ну, в один ряд. В остальном вроде бы все, как бы, ну, не придраться. Вроде все хорошо, качественно сделано. И материал такой плотный, отличный. То есть хорошая сумка. Могу советовать. Это на Бангуде я брал. Написал им, долго она шла, наверное, месяца полтора. Я им написал: ребята, говорю, где сумка? Так и так не дошла ко мне. Они написали: окей, без проблем, типа, вернем деньги. Я написал: мне деньги не нужны, верните, ну, пришлите мне сумку. И они написали мне буквально 2 или 3 дня назад это было, что прислали уж письмо, что хорошо, мы вам переотправили, и прислали трек-номер. И вот сумка сегодня пришла, я ее получил, но это, получается, вторая еще придет. Ну, посмотрим, если вторая дойдет, напишу им, оплачу еще раз, вот, чтобы они не потеряли, потому что, ну, хорошая сумка, то есть оплачу им вторую сумку, будет у меня 2 сумки. Для примера набросал в нее вот немного коробочек, что сегодня пришло, то есть, и она отлично их поместила. Отличная сумка, я доволен. Единственное, что немножко нужно проветрить. Откладываем. Далее, давайте посмотрим, что у нас в последних коробочках. Что же это? Это зарядка. Зарядка у нас с вот таким вот переходником и вот такими вот штуками. Покупал ее тоже на Бангуде. Это для того, чтобы можно было подключить диодную ленту. То есть сюда втыкаем плюс-минус. Вот, воткнули вот так вот и вставили в розетку. Адаптер у нас 50-60
Гц, 0,4 ампера, 12 вольт, 2 ампера. У меня есть несколько диодных лент и хочу там организовать кое-где подсветку. И на пробу взял вот это вот питание, потому что, ну, реально, это удобнее, чем колхозить там что-нибудь другое и так далее. Все, прикрутил плюс к плюсу, минус к минусу. Давайте будем пробовать. Включаем наш Xiaomi, включаем в него блок питания и давайте проверим. Все работает. Блок питания отличный, все работает. Диодная лента светит, кстати, ярко светит. Вот, можно телевизор подсветить. Но для телевизора лучше взять с питанием от USB. То есть все работает. Но, кстати, о питании от USB. Вот я покупал такую вот штуку, которая должна запитать ленту, которая 12 вольт должна питаться. Должна запитывать их от USB. То есть сама лента эта от USB просто работать не будет. То есть я вот такой вот покупал, но протестировать ее не протестировал. Была она у нас в распаковке, поэтому сейчас мы попробуем ее тоже воткнуть и проверить, будет ли работать эта лента от этого переходника. Потому что у меня до сих пор не было времени ее проверить. Все работает, я не стал припаивать, все вот просто приложил к этой штуке провода, мне неудобно было прям вставлять, вот, но все отлично работает, то есть вот этот вот адаптер с 5 вольт на 12, он работает и отлично запитал ленту, то есть можно его использовать в подсветке для, допустим, вот эту вот ленту прилепить на телевизор и использовать как подсветку для телевизора сзади. Ну и последняя наша посылка, это вот это вот. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, ага, я знаю, что это такое. Это у нас для прикуривателя. Покупал это я не для себя. Вот, с JD из магазина. Dow Style это. Покупал точно не для себя, но... Для знакомых попросили самую дешевую, $1.99, по-моему, стоит. Вот такая вот штука. Сделано добротно, так все качественно. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Там микросхема какая-то. Ну, вытягивать я ее не хочу. Вот. Но сделано все качественно. Визуально. И такая она. Крепкая, а ну верхняя не откручивается, нет. Вот такая. Давайте отключу с этой стороны свет, чтобы не отсвечивало. Все равно немного отсвечивает. Ну, в общем, как-то вот так выглядит. Сверху тоже металл. Полностью металлическая. Единственное, вот здесь вот пластиковая вставка. Вот эта вот вставка. Она пластиковая для того, чтобы отделить землю, я так понимаю. Точнее, плюс отделить от минуса. Потому что минус вот выходит сюда. Это же корпус металлический. Вот. Dow Style. Круто выглядит. Постараюсь еще проверить, там работает, не работает в машине. Но и без этого выглядит все хорошо. Уверен, что работает. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!